Другим темам – как открыть свою автомастерскую или отремонтировать собственный автомобиль? Ответы на эти вопросы не только можно получить на выставке «АвтоСиб-2016». Один из заметных участников события – крупный российский поставщик автозапчастей родом из Новосибирска. Николай Сальников подробнее. Покупка автозапчастей для российских автовладельцев – вопрос насущный. Компания «Роско» без преувеличения – один из крупнейших игроков на рынке автозапчастей в России. Сегодня на выставке «АвтоСиб-2016» круглый стол «Роско» собрал мировых производителей, автодеталей и предпринимателей региона. В последние годы подобные мероприятия «Роско» проходили в Екатеринбурге и Иркутске. Столь длинный перерыв в городе Новосибирске был связан с тем, что все, что мы хотели сказать, мы в свое время сказали, а теперь назрел момент, особенно в такое непростое время, собрать наших поставщиков, собрать наших клиентов и, как всегда, выстроить с ними прямой диалог. Компания начала свою деятельность в Сибири в 1997 году, а сегодня имеет 40 подразделений по всей России и работает лишь с крупнейшими мировыми производителями автозапчастей. Риск нарваться на подделку в сети «Роско» отсутствует. Мы с таким не сталкиваемся, потому что мировые бренды поставили уже несколько лет назад достаточно хороший барьер на границах Российской Федерации по контрафакту. В итоге продукции компании «Роско» доверяют и потребители, и производители. В работе круглого стола приняли непосредственное участие мировые производители автозапчастей. Denso, Gates, Kayabo, Lynx Auto, Osram, CTR, GP Group и Schaeffler, по достоинству оценивший прямой диалог с потребителем.